А проект «Я так думаю», я думаю, что это вот интересный проект, потому что мне было интересно отвечать на вопросы, которые мне предлагались. Почему интересно? Потому что они, ну, не стандартные. Ведь в основном какие-то задают журналисты вопросы, чтобы покопаться в личной жизни, в негативе, ну и так далее. А здесь какие-то были серьезные вопросы и на политическую тему, и об искусстве, и вообще философские. Я думаю, что проект «Я так думаю» очень интересный проект.